чудный солнечный денек. Папа и Джордж устроили пикник. Это апельсиновый сок, Мишка. Что ты сказал? Большое спасибо, Пеппа. Пожалуйста, Мишка. А вот и твой сок, динозаврик. А что ты сказал? Пожалуйста, динозаврик. Мишка с динозавриком хотят печенье? Мы не очень голодны. Пусть печенье едят Пеппа и Джордж. Спасибо, Мишка. Что это за странный звук? Пеппа, Джордж, скорей идите в дом. Мама, мы слышали грохот. Это гром, Пеппа. Это значит, будет гроза и сильный дождь. Скорей бегите в дом, пока дождя нет. Бояться нечего. Дождь еще далеко-далеко. Небо становится все темнее. Скоро начнется гроза. Пеппа, Джордж, вы принесли игрушки из сада? Динозавр. Хорошо, динозаврик здесь. Мишка, я забыла Мишку в саду. Он промокнет. Не бойся, Пеппа. Папа-свин спасет Мишку. Беги скорее, папа-свин. Дождь вот-вот начнется. Я знаю о грозе все. Дождь будет не скоро. Я так и думал. У меня еще полно времени. Переменка. Эмили, ты хочешь поиграть на улице? Да, хочу. Кто покажет Эмили, где мы играем? Я, мадам Газель. На переменке Пеппа и ее друзья играют в саду. Не понимаешь. Сколько шума. Давайте кто громче. Давай, чур я первая. Это было громко. Теперь зебра Зоя. Теперь овца Сьюзи. Щенок Дэнни. Очень-очень громко. Теперь я. И я. А я. Пеппа громче всех. Эй, а ты? Я не уверена. Давай! Ладно, попробую. Вот это да! Как громко! Ого! Можешь еще? Эмили больше не стесняется. Вот почтовый ящик. А вот Дэнни, Сьюзи, Педро, Ребекка и Эмили. Они кладут письма в ящик. А вот и Пеппа со своим письмом. Вот. И что теперь? Всем привет! Привет, Пеппа! Ты получила письмо про день рождения? Да. И написала тебе ответ. О, здорово! Ну и ну! Сколько тут писем? А вот это от меня. Оно очень-очень важное. Раз оно для меня, можно открыть сейчас? Оно тебе, Зоя, но сначала его нужно доставить. Так работает почта. О! Сегодня у нас полным-полно писем. Нужно торопиться. А можно нам с Джорджем с вами? Залезайте, Пеппа и Джордж. До встречи. Пеппа и Джордж помогают мистеру Зебре развозить письма. Это дом мистера Зебры. Это письмо адресовано Зебре Зое. Это Зебре Зое. Зебре Зое. Зебре Зоя, Зебре Зоя. Все письма для Зои. Это мое письмо. Можно я сама? Ну, конечно.
Пеппе нравится доставлять письма. Мама, смотри, все эти письма мне. Вот это да! Прочитай их, мама. Милая Зоя, с радостью приду к тебе, щенок Дэнни. Овечка Сьюзи тоже придет. И Ребекка, Педро, Эмили, Кэнди все придут на день рождения. А это письмо от меня. Тут сказано: мы к тебе придем. Целуем тебя, Пеппа и Джордж. Все пришли на день рождения Зои. Днем рождения! Сколько подарков! Нужно опять написать всем письма, Зоя. О-о-о! И кто же будет разносить все эти письма? Ты, папочка. А я помогу. Здравствуйте. О, как мило. Добро пожаловать на урок балета, дорогая Пеппа. Я приеду забрать тебя. Пока. Не скучай. Дети, у нас новая ученица. Свинка Пеппа. Все, Пеппа, беги к друзьям. Всем привет! Привет, Пеппа! Итак, дети, начнем с Демиплие. Демиплие. Теперь маленький прыжок. Пети жете. Легко и изящно. Пети жете. Легко и изящно. Пети жете. Легко и изящно. Урок балета – это очень весело. Поднимите руки. Представьте, что вы прекрасные лебеди. Как вы думаете, какие звуки издают лебеди? Мама-свинка работает за компьютером. Привет, Пеппа. Привет, Джордж. Прошу прощения. Пеппа, я сказала привет. Я не Пеппа. Я мама-свинка. Ах, да, конечно. Привет, мама-свинка. Привет. А это папа-свин. Джордж. Привет, привет, папа-свин. Простите, у меня полным-полно дел. Алло. О, да-да. Нет, спасибо. До свидания. Пеппе нравится играть в маму-свинку. А Джорджу немного скучновато. Прости, папа-свин. Я почти все. Вот, готово. Пойдем, папа-свин. Тебе нужно работать. Пока, мама-свинка и папа-свин. Пока. Папа-свин работает в саду. Привет, Пеппа. Привет, Джордж. Я не Пеппа, я мама-свинка, а это папа-свин. Папа-свин пришел работать. Какой ты молодец, папа-свин. Будь осторожен, яма глубокая. Надеюсь, ты не испачкаешь свой красивый костюм, папа-свин. Дети, дети, внимание, пожалуйста.
Проверим, все ли здесь. Пеппа и Джордж. Здесь. Ребекка и кролик Ричард. Здесь. Овечка Сьюзи. Здесь. Зебра Зоя. Здесь. Щенок Дэнни. Здесь. Эмили Слоненок. Здесь. Пони Педро. Пони Педро не пришел. Мы опоздали. Педро, ты чуть все не пропустил. Простите, мадам Газель. Ничего, ты все-таки успел. Все в автобус! Ведет автобус и миссис Кранчи. Полный вперед! До встречи! Дети, внимание, пожалуйста! Сегодня мы отправимся с вами в горы. Ура! Представление вот-вот начнется. Привет, меня зовут Хлоя. А я Пеппа. Это динозавр! Страшный динозавр! Ух ты, просто здорово! Браво! А я дядя Свин. Привет, дядя Свин. Привет, Пеппа. Просто вылитый ты. По-моему, у куклы слишком большой живот. Мне понравился обед. Дядя Свин, а теперь ты заснешь и будешь храпеть, как всегда? О чем это ты? Папа говорит, что ты всегда очень громко храпишь. Вот так. Хо-хо, твой папа прав. Я всегда так храплю. Папа Свин, не надо было так говорить про дядю Свина. Думаю, что папа Свин и дядя Свин вас не слышат. Дядя Свин и папа Свин крепко уснули. Это лучшая подруга Пеппы, овечка Сьюзи. У Сьюзи две теннисные ракетки. Привет, Пеппа. Привет, Сьюзи. Поиграем в теннис? Да, это весело. Лови, Сьюзи. Ой. Сьюзи не попала по мячу. Оу. Пеппа не попала по мячу. Пеппа и Сьюзи нравится играть в теннис. А вот Джорджу с ними скучно. Ой, прости, Джордж. Тебе с нами нельзя. Ракетки ведь всего две. Я знаю. Джордж может носить мяч. Да, это очень важное дело. Джорджу все же нашлось дело. Он будет носить мяч, если тот залетел далеко. Лови, Сьюзи! Ой, улетел! Джордж! Спасибо, Джордж! Ой, Джордж! Спасибо, Джордж. Джордж! Папа, а в коробке есть еще инструменты? Только рожок. Можно мне? Нужно дуть изо всех сил. Это неправильный звук. Это невозможно. Кажется, раньше у меня получалось. Нет, это совсем неправильный звук. Для этого нужен кто-нибудь большой и сильный, как я. Этот звук тоже неправильный. Пеппа права. На нем невозможно играть. Ничего, папа Свин. У тебя есть аккордеон.
Ты прекрасно играешь. Да, да, я неплохо играю. Даже я сам это понимаю. А я поиграю на скрипке. А я на барабане. Мама-свинка играет на скрипке. Папа-свин играет на аккордеоне. Пеппа играет на барабане. А на чем же играть Джорджу? Джордж дует в рожок. Мама не смогла играть. И папа тоже не смог. Даже я не смогла играть. А Джордж может. Мороженое! В жаркие дни мисс Крольчиха продает мороженое. Мама, папа, а можно нам с Джорджем мороженого? Можно, ведь сегодня особенно жаркий день. Ура! Купите для меня тоже. Все любят мороженое. Привет, мама-свинка, Пеппа и Джордж. Привет, мисс Крольчиха. Какое мороженое вы будете? Можно мне один рожок, мисс Крольчиха? Ну, конечно, Пеппа. Спасибо. Мне и папе-свину тоже по рожку. Ну, а что же будет наш маленький Джордж? Динозавр. Динозавра? Глупый Джордж. Он всегда про все говорит динозавр. Ну, тебе очень повезло. У меня есть мороженое в форме динозавра. Вот, держи. Динозавр. Джордж, ешь мороженое, не то растает. Динозавр. Джорджу так нравится его мороженое динозавр, что он не хочет его есть. Спасибо, мисс Крольчиха. Всего хорошего. Джордж, ты должен съесть мороженое, пока оно не растаяло и... Не упала. Ну вот, мороженое Джорджа растаяло и упало на землю. Ничего, Джордж, можешь попробовать папино мороженое. Он не будет возражать. Сегодня так жарко, что папа-свин даже уснул. Папе-свину очень жарко. Давайте обрызгаем папу, чтобы охладить его. Правильно, Пеппа. Что случилось? Ты был весь красный от жары, папа-свин. Вот мы тебя и охладили. О, ясно. Спасибо, Пеппа. Я что-то нашел. Это наша капсула времени. Ура! Мне не терпится открыть. Отойдите, дети. Да, мадам Гасель. Что у нас тут? О, старый журнал. Это мой любимый журнал. Игрушка. Моя любимая игрушка. Музыка. Моя любимая пластинка. И старая морковка. Это моя. Хороший выбор, мама. О, и видеозапись ваших мам и пап в детстве. Кто этот поросенок в очках? Это папа-свин. О, а это я. Привет, будущее! Какой у тебя тоненький голосок. Вы, наверное, живете на Луне. Глупенький папа. Делать капсулы времени весело, а находить их еще веселее. Джордж хочет скатиться с горки. Ты уверен, Джордж? Горка высокая. Ну ладно, я помогу тебе залезть. О, нет, горка высоковата для Джорджа. Не бойся, Джордж, я съеду вместе с тобой. Ты слишком большой, чтобы ехать с горки. Что за глупости, Пеппа? Я не слишком большой.
разойдись. На старт. Внимание. Марш. Папа свин застрял. Это не смешно. Нет, это очень смешно, папа. Ну, может быть, немножечко смешно. Сейчас мы тебя столкнем. Папин живот совсем как батут. Джорджу нравится прыгать на папином животе. Джордж совсем не боится высоты. Можно нам попрыгать с трамплина? Нет-нет, Пеппа, трамплин только для взрослых. Не вешайте нос, посмотрите, как я прыгаю. Глупенький, у тебя слишком большой живот. Ерунда, в детстве мне дали приз за ныряние. Но это было так давно, папа свин. К счастью, я всегда поддерживал форму. Подержи-ка мои очки, мама свинка. Вам будет лучше видно меня сбоку. Только не обрызгай всех нас, папа! Ну что ты, брызг не будет, Пеппа. Думаю, мне нужен трамплин повыше. Только осторожней, папа свин. Да, не обрызгай нас, папа! Не бойся, Пеппа! Не обрызгай нас водой, папа! Я же говорил, брызг не будет. Умница! Молодец, папа свин. Полотенце мне не нужно. У меня свой способ сушиться. Папа свин обрызгал всех водой. Папа свин! Прошу прощения. Сегодня у нас новый ученик. Эмили Слоненок. Привет, Эмили! Привет. Эмили немного стесняется. Кто покажет Эмили, где вешать куртку? Я! Кто-то один. Пеппа, покажи Эмили, где вешать куртку. Да, мадам Газель. У каждого есть свой крючок. Этот будет твоим, Эмили. Эмили вешает куртку на собственный крючок. Ну, Эмили, что ты хочешь делать? Рисовать, лепить или строить? Я не знаю. Может быть, строить? А остальные? Рисовать, лепить или строить? Строить! Сегодня все хотят кубики. Все хотят сидеть с Эмили слоненком. Эмили, нужно ставить кубики друг на друга. Вот так. Лучше ставить кубики рядышком. Нет, вот так, Эмили. Правильно так, Эмили. Нет, Эмили, вот так. Вы все хотите помочь, но, Эмили, как ты сама хочешь строить? Я не знаю. Может быть, вот так? Ух ты! Эмили слоненок здорово умеет строить. Бабушка лежит дома. Кто это к ней пришел? Я страшный серый волк. Молодчина, Дэнни! Ай-яй-яй, Дэнни забыл свои слова. Бабушка, полезай в шкаф. А ну иди в шкаф! Страшный серый волк сам притворился бабушкой. Я маленькая красная шапочка. Я хочу навестить бабушку. Браво, Пеппа! Папа, фотографировать нельзя. Ой, прости, Пеппа. Продолжай.
Я иду в гости к своей бабушке. Ой, ты не похож на мою бабушку. Какие у тебя большие глазки. Какие большие зубки. Ты не бабушка. Ты страшно серый волк. На помощь, на помощь. Смотрите-ка, кто здесь. Как раз вовремя. Педро охотник. На помощь, на помощь. Как раз вовремя. Педро охотник. Педро чуть-чуть стесняется. Педро, хочешь, я пойду с тобой? Да, я хочу. Ты очень нехороший волк. Я спас тебя, бабушка. Ура! Ура! Спасибо. Браво! 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 Отлично играл. Почти так же хорошо, как я. Раз, два, вперед! Ты начал раньше! А ну-ка догони меня, морской свин! Морской пес! Ну что, быстрее не можешь? Не догонишь! Я выиграл! Ну вот, у дедушки свина кончилось топливо. Браво, браво, капитан дедушка! Наверное, мы плыли слишком быстро. Как же нам вернуться домой? Смотрите, вот дедушка пес. Дедушка пес, можешь нас отбуксировать? Да я не хочу, чтобы меня буксировал морской пес. Я не предлагал буксировать морского свина. Ой, вы когда-нибудь повзрослеете? Дедушка, извинись перед дедушкой псом. Я прошу прощения, что назвал тебя морским псом. Дедушка, извинись перед дедушкой свином. Извини, что обозвал тебя морским свином. То-то же. Дедушка пес, вы не могли бы отбуксировать нас домой? С большим удовольствием, мадам. Лови-ка, капитан. Поймал, шкипер. Дедушка свин и дедушка пес лучшие друзья. Дедушка пес буксирует корабль дедушки свина домой. Это мой новый кукольный театр. Его сделал мой папа. Ух ты! У меня уже есть две куклы. Вот эту зовут Хлоя. Привет, я свинка Хлоя. А вот это мой папа. Дядя Свин. Привет, Пеппа, я твой дядя Свин. Хлоя, а можно мы с Джорджем сделаем кукол тоже? Да. Хлоя рисует кукле глаза. Я нарисую рот. Ладно. Меня зовут Пеппа. Джордж, какую куклу ты хочешь сделать? Динозавр. Динозавр. Джордж всегда про все говорит динозавр. Ладно, страшная кукла динозавр. Хлоя делает Джорджу куклу динозавра. Ему нужны острые зубы. Вот, страшный динозавр. Ну а теперь эстафета. Каждый должен выбрать кого-то из родителей. Пеппа, меня, меня. Но, папа, ты же плохо бегаешь. В детстве я был прекрасным бегуном. Но теперь у тебя большой живот. Но я могу достать до ног. Почти. Ладно, папа, но беги очень-очень быстро. Мама и папа бегут первыми, а потом передают палочки детям. Мамы и папы, на старт! Внимание, марш! Папа-свин впереди всех! Папа! Папа! Папа!
Спасибо, папа. Ты молодец. Теперь моя очередь Пеппа, бежать. Не болтай, беги. Ой! Давай! Давай! И победила Эмили Слоненок.